Всем привет, с вами Татьяна Ригель. Сегодня я покажу, как можно пришить очень просто пуговки на швейной машине. Кто еще не подписан на мой канал, подписывайтесь. Там вы найдете много интересного. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое свежее видео. Сейчас вам покажу. Так, здесь ставится у нас на зигзаг. Этот регулятор мы ставим ближе к нулю, чтобы у нас машина шила практически на одном месте. Главное нам вот опять это регулировка ширины стежка. Я буду пользоваться только вот этой регулировкой. Ширину стежка. То есть я буду настраивать ширину между вот этими дырочками у пуговками, чтобы попадала туда иголочка. Сейчас я вам покажу, как я это делаю. Так, простите за мой голос, я немножко приболела, поэтому креплю. Так, здесь вот я отметила крестиком, где у меня будет пришиваться пуговка. Сюда я ее накладываю. Конечно, если пуговки покрупнее, их шить легче. А она мелкая, она будет у нас выпрыгивать из-под лапки. То есть я сейчас втыкаю иголочку в левую дырочку. Опускаю лапку. Лапка прижала пуговку. Лапка здесь, обратите внимание, обычная, на которой шьются практически все операции. Так, поддерживаю ниточку, и надо еще поддерживать пуговку, чтобы она не вылетела. Делаем шаг раз. И вот теперь смотрим, чтобы иголка у нас попала в правую дырочку, мы регулируем вот шаг стежка, мы регулируем сейчас, чтобы иголка у нас попала в дырочку. Это надо отрегулировать только одну петельку. Если вы пришиваете много петелек, то уже следующие петельки будете нормально пришивать. Вот видите, все, я отрегулировала. У меня где-то около 3 получилось. Вот и так прошиваете. Я оставляю иголку в правом положении, чтобы следующую петельку начать слева. Так, и вот у нас пуговка пришилась. Буквально на раз-два. Так, вот все у меня пуговки таким образом пришиты. Надеюсь, вам видео понравилось. Всем пока-пока!